Ну, я считаю, что он должен быть все-таки человеком в высочайшей степени дипломатичным, и он должен, как сейчас говорят, разрулить колоссально сложную ситуацию. Это должен быть человек мудрейший, а этот человек должен быть не жесткий, человек должен каким-то образом остановить в первую очередь кровопролитие, потому что ничего не стоит человеческих жизней, понимаете? Вот, поэтому задача такая сложная, я даже не знаю. Я, может быть, даже, вот мне сказали, вот будешь президентом чего-то, вот, чтобы такую сложную задачу, я, наверное, даже и не взялся бы, потому что такая ответственность колоссальная.